Привет. Сегодня замечательный денек, потому что сегодня идет дождь. Идет дождь, но сейчас он уже не идет, правда, он уже так моросит немножечко, но утром был конкретный дождичек такой. Мне очень нравится такая погода. В такую погоду так хорошо мечтается. Так замечательно пишутся стихи. И вообще, в такую погоду я так люблю понежиться под одеялом с горячей кружкой и крепкого чая. Не чефира, чая. Но у меня это очень редко получается, и я почему-то сегодня проснулась с утра и решила, настроение такое, конечно, и решила просто взять вам и рассказать, что я не люблю делать, и вообще, наверное, что я не люблю. Во-первых, я терпеть не могу регистрироваться на каких-нибудь сайтах. Да вообще, где нужно регистрироваться, я просто это ненавижу. Вот эти всякие логины, пароли, это для меня вообще катастрофа. Особенно, когда, знаете, сообщением что-нибудь отправляешь, и там ты-тынь, вот это вот надо, вот этот код ввести с картинки. Я прям завожусь. Мне это не нравится. Еще я не люблю, знаете, вот когда идете по улице, у меня есть привычка смотреть в окошки, просто так вот, первые этажи, там, вторые. Не то, что заглядывать в них туда, а просто как бы идти так и поглядывать тихонечко. Вот, и мне не нравится, когда у людей на окошках бардак, когда, знаете, завалено, там лежит что-то. И еще бесит меня, когда у кого-нибудь висят шторы, где-то что-то загнутое, вот шторка, висит, неровно она висит. Я не могу, мне хочется ворваться к этому человеку в дом и поправить ее. Вот, не знаю, мания у меня такая. Что еще я не люблю? Вообще не люблю бардак. Просто не... И не то, что просто... Я вообще не люблю бардак, я не люблю беспорядок. Мне надо, чтобы все лежало на своих местах. Вот если я прихожу с работы или откуда-то в хорошем настроении, а дома где-то что-то валяется, все. Все, настроения у меня нет. Я пока вот не уберусь, я буду ходить злющая, я буду на всех срываться, я буду на всех ходить кричать, пока не будет порядка в доме. Знаете, я даже спокойно, наверное, не смогу уснуть, если буду знать, что что-то в комнате где-то валяется. Я встану и уберу. Бывает такое. Вот. Еще не люблю, знаете, некоторые нальют себе чаю, как делает у меня один человек. И поставили его, и забыли, и ушли. И он остывает. Я терпеть не могу холодный чай. Ладно, который там в бутылках продается, это он вредный, там одна гадость. Но я не люблю холодный чай. Я не люблю слабо заваренный чай. Я люблю крепко заваренный. Если мне заварят, вот так вот помакают, как некоторые делают, и выкидывают. Да какая-то моча какая-то получается. Серьезно. Так, еще что я не люблю? Я не люблю баклажаны. Я их просто не переношу. Я не могу смотреть. Я вообще не люблю, как они выглядят. Это самый отвратительный овощ из всех. Это самый ужасный овощ. Меня тошнит от него. Да, даже если я просто его вижу, меня начинает тошнить. Еще я ненавижу кальмары. Кальмары, они такие противные, они такие белые, они такие бледные. Бледно-белые. Есть такой цвет? Я не знаю. Но они ужасные, я не знаю, как их едят, еще фаршируют. Фу, за миллион бы я бы не съела кальмар, хотя не знаю, может и съела бы, но я ненавижу кальмары. Самые противные в мире — это кальмары и баклажаны. Еще я не люблю, когда режут салат его крупно, терпеть не могу. Я люблю, когда порезано все мелко и ровненько, а то картошка так, там огурец так, помидор так, что это такое? Салат, мелко порезан, все. Кроме цезаря, там, конечно, там. Отлично, такие. Гармонно. Некрасиво, теперь мелко. Да, сама собой. Вот. Люблю, крупно нарезанные салаты. Еще не люблю картошку в салатах. Ненавижу картошку в салатах. Знаете, почему? Я когда ем этот салат с картофелем, но я его не ем уже, мне почему-то картошка отдает железом. Я не знаю, почему. Но какой бы салат я ни пробовала, мне картошка отдает железом. Да, просто я люблю картошку, а вот именно в салатах нет. Поэтому я не ем салаты с картошкой. Вот так вот. А еще я не люблю молоко. Молоко я вообще ненавижу. Нет, я люблю молоко 6%. Все. Если процент чуть-чуть пониже, я это молоко никогда в жизни пить не буду. Даже если очень сильно захочу, я пойду найду себе 6% молоко. А другое я не пью. Вот так вот бывает. Что еще вам сказать? В принципе, можно перечислять
бесконечно, но можно перечислять очень много, что я не люблю. Поэтому вы замучаетесь это смотреть и слушать. Какая у нас погода? Ну, дождик вроде кончился. Сейчас вам покажу нашу погодку. Погодку. Оп. Дожди. Дожди. Вот такая у нас погодка. Я вчера купила себе, значит, такая обрадовалась, на улице уже тепло было вчера, 28-29 градусов, и я купила себе летние сапоги. И что-то сегодня погода меня подвела. Да? Погода. Тебе так не кажется? А мне кажется. Все, я обиделась на погоду. Нет, я люблю только погоду, я не могу на нее обижаться. Ладно, нахожусь я еще в сапогах, правильно? Опять правильно, меня бесит слово правильно. Почему я всегда говорю правильно? Все, до встречи, пока.